первый раз? Да. Как ощущения? Отлично. Как-то готовились к этому? Нет. То есть просто решили сегодня приехать и скупнуть? Да. А девушка не хочет? Нет, боится? Не хочет. Походу боится. Ну а так сейчас не холодно стоит? Нет. Готовы? Готов. Морально? Морально. И физически. А погода играет роль? Сегодня вроде как тепло. А обычно лучше купаться когда? На мороз, там 30 градусов, крещенские морозы обычно идут? Или все-таки в теплую погоду? Я думаю, без разницы. Я думаю, даже когда холодно, в воде теплее, кажется. Духа Святаго и с неба голос сей мой, Сын возлюбленный, мою днем, мою благоволение. С праздником Божьей помощи, милости Божией на все многое и многое лет. Спасибо. Здравствуйте! Вы один из первых нырнули. Как ощущения? Нормально. Первый раз ныряли? Нет. То есть уже подготовленный, да, человек? Знаете, что считать? Холодно? Нет, нормально, водочка. Бодрячком, вообще здорово. Вы первый раз? Первый. Какую-то подготовку проходили? Нет. Просто пришли, нырнули? Да. Еще будете нырять? Обязательно. Каждый год теперь буду. Давно стоите, ждете? Минут 20. Не замерзли? Пока нет. Желание не отбило искупнуться? Никак нет. Я каждый год купаюсь, и мне это очень нравится. Это закаляет тело и дух, поэтому я люблю это мероприятие и каждый год стараюсь ездить. Прошлым годом на 23 часа 30 минут было народу поменьше. Как обеспечено согрев, так скажем, в палатках? Есть отопление там? У нас в палатке есть отопление, служба охраны общественного порядка, сотрудники МЧС, республиканской службы спасения, сотрудники ГИМС, все на месте находятся. Сколько человек спецслужб? Порядка 45 человек. Обеспечивают отопление? А лед сколько человек может выдержать? Сколько не придет, всех выдержит. Толщина льда достаточно. Те морозы, которые стояли накануне этого мероприятия, вполне достаточно. Определенное количество народа выдерживает здесь. И тем более, видите, здесь организована система допуска. То есть мы не делаем огромное скопление людей именно на месте нашей Иордании. Как ощущения? Ощущения замечательные. Очередь такая, не холодно. Здравствуйте. А что вы, девушки, одеты? Вы не пойдете купаться? Почему? Группа поездки. А сами? Боюсь. Нормально, вообще прекрасно. Замечательно? Да. Во славу Божию, дай Бог всем здоровья. Это выражение нашего русского духа, когда мы перебарываем свои страсти, свои немощи. И все равно это не для нас, это мы прославляем именно праздник крещения и Божью милость, Божью благодать. А что прихожанам можете посоветовать, прежде чем окунуться в вас? Здоровье, покаяние сначала. Как ощущения? Как заново родился. Первый раз? Да, нет. Не холодно? Не, нормально. Сейчас уже нормально. Сейчас? А там? А там было холодно. Сейчас нормально. Спасибо. Ноги угрызли, первый раз ныряете? Да, первый раз. Босиком прямо, вот не холодно? Хорошо. Еще это будете? Это у него дебют первый раз. Молодец, милый, поздравляю. А вы? Ну, у меня уже есть небольшой опыт.
И как впечатление? Отлично. Впечатление вообще отлично, да. То есть будете продолжать? Конечно, с крещением Господним всех. Да, с праздником всех.